Я Ксения Сарамова, студентка факультета философии и социальных наук БГУ, волонтер правозащитного центра «Весна». Мне 21 год. Меня задержали 12 ноября 2020 года в рамках уголовного дела за якобы организацию или участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок. Дома у меня прошел обыск. 20 ноября 2020 года мне было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. 12 января 2021 года меру пресечения под стражей продлили еще на 2 месяца.